Ну что, чат, вот он наш аккаунт новый. То есть абсолютно ноль. Видите, вообще полный ноль. Ни единого рейда не сделано. Чистый аккаунт. Ну чё, народ, погнали! Погнали с первого уровня. Чевок. Ну, у меня патроны, конечно, говно. Даже если бы я в него попадал, вероятно, я бы его не убил, один хрен. Не, Николай, не сегодня, сорян. Спасибо тебе за поддержку, конечно. Но не сегодня. Так. Что это здесь у нас такое? Что это за лут? Стич, здорово. 4 минуты, да, успеем. Не пыхти, блин. Ну и чё тут? Ох, и граната! Как тебе, друг, а? Типичный, так сказать, вот соперник тут прыгнул тебе на лицо. А, тоже 19 уровень. Тоже недалеко ушел. Там чевок, скорее всего. Был. Эти платы, по-моему, по квесту нужны. О, да-да-да, лежит. Давай, перекладывайся резче, блин. Нет! А, игра! Я нажимал R еще 5 секунд назад. Так, чат. Что-то мне так на выход захотелось. Вон он, блядь, вон он, ебать его! Надо скачать какую-нибудь мелодию такую, типа пара-пара-пам. И чтобы вот на такие моменты можно было ставить ее, блядь, на стриме. Блядь. Ай, блядь. Голова, глаза чисто от бота, блядь. Нормально вообще? Да. Не попали мы на этот сервер, на тот, точнее.
Ну пофиг, давай еще раз полутаем, может найдем, может повезет. Так, газаны, газаны. Газаны, так. Газаны. Все, чат, на выход идем. Второго шанса у нас не будет уже, точнее третьего. Все. Игра дала нам второй шанс. Мы его выполнили. Когда ману сливать? Через 20 минут посмотрим. Так, на тебе газаны. На тебе морфины. Так, а вот это у нас... Кого-то я уничтожил только с 61-м патроном. Ляг! Граната? Он не успел ее кинуть. Найс. Фу! Две фулочки отправилась в лобби. Хорошо. Но вот мне сейчас тащить все это до выхода, вот это будет капец. Если сидят, будет печально, конечно. Рука такая. Так. А, они квест делают на закладку вот этих приблуд. Походу. Ну да, это они, скорее всего, файт устраивали. Блин, СКС-ка бодрая прям. И РПК, вот все нужное, чат. О боже, я не могу так долго ждать, друг. Патроны закидывал, что ли? Пятьдесят седьмой уровень, кстати. Ко мне фул пати идет. Ёп, макарек, чат. Я, кстати, магазин один потерял.
Ну не фулл-пати, я двоих видел, но показалось, что-то еще есть, кроме них. А почему ПС-ки-то? Я магазин с БП-шками потерял, что ли? О, ну это молодец. Хрена у тебя каска, друг. Три ПС-ки. Только с третьей ПС-ки я пробил ему каску. Нормально? Качественная какая-то. А, они с санитарами там дрались, понял. Где-то сумку выкинул. Он выкинул сумку и снял магазин своего калаша? Так. Где сумку спрятал? Ага, вижу. Все-таки по квесту. Так надо с галкой. С галкой же нужно. Да ладно. Они тут есть. Они тут есть, чат. Обдолбосы тут спавнится, чё? Слушайте, по-моему, они сюда лут добавили в эту комнату. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.